fan nära alltså. Jävla växellådan är helt... trög. Släpp upp kopplingarna. Ja, det är minus 30 alltså. Åh, oh, fy fan. Det var precis det där. Ja. Det var fan precis. Det var sprutat. Кошмар, как работает. Завелась, фартанула. Жесть. Затроил сначала немного, но завелся. Появилась ошибка. Не быть в туманке. Заглох. О, запустился. А что было, вроде 36, что ли, говорит? Однако. Пробуем еще раз. Все и завелось. Так. Привет, мы группа Brainstorm и все новости про... Отключаем лишние все приборы, потребляющие электроэнергию. Немножко покрутим. Еще разочек попробуем. Еще раз выключим. Масло разошлось маленько. И пробуем третий раз заводить. Уже схватывается. Вот, завелась. Странные звуки, правда. Горит половина лампочек, которые обычно не горят. Но это с прогревом пройдет. Напомню, на улице 36, машина завелась нормально. Давайте пробовать. Минус 38 показывает. Ух,
как сильно замерзло, даже давление масла не сбрасывается. Масло сбросилось, мы заглохли. Ух, мороз у нас, ребята. Ух, мороз. Гуди, гуди, не глохни. Гуди, не глохни. Да я уже замерз. Гуди, не глохни. Гуди, гуди. Даже вообще жизни нету в ней. Да. Давай, давай, давай. Ну-ну-ну. Ну, что-то хочет. Приборную 36. Сибирь. Такие вот у нас морозы уже третий день. Так, ну если бы я сейчас ее не завел, сейчас вот время, то потом бы я ее вообще не завел бы. Ладно, спасибо.